лыжными гонками я стал заниматься после того, как меня отец поставил, и с тех пор я занимаюсь, и основной выбор я сделал это после 9 класса, когда уже выбирал, либо я учусь, либо занимаюсь профессиональным спортом. Ну и получал удовольствие, и также были мечты у меня еще попасть на Сочинскую Олимпиаду, когда я узнал то, что она будет проходить в России, но тогда мне казалось то, что как раз вроде там 17-16 лет это возможно, можно успеть подготовиться, но как оказалось, все-таки это было еще нереально, поэтому только я смог подготовиться на следующие Олимпийские игры. Чем я работаю, я пытаюсь над всеми качествами работать, но пока реально не выходит, пока ничего. Максимальных показателей в каждой гонке, которые можно было достичь. Ну, конечно, это Олимпийские игры, олимпийское золото, также золото чемпионата мира и общий зачет Кубка мира. Чем люблю заниматься? Люблю, конечно, сходить и в лес, по грибы, также на рыбалку бывает, если время. Поэтому такие увлечения. Главное найти время для этого. На данный момент иду своим путем и полагаюсь пока на себя. Почему-то так получается.